Мозырскому фотографу покорился этап «Снежный край». Новый год, новый я. Все отобранные фото потом транслируются на 48 видеостенах «Айсмедио» в 30 крупнейших торговых центрах Москвы. А это более 24 миллионов посетителей каждый месяц. Александр рассказал, что его зимняя деревенская зарисовка снята в деревне Словечино Ельского района, почти на границе с Украиной.